Я писал в обзоре к этому турниру в анонсе, что, может быть, Дина сегодня вас сумеет переубедить. Давайте посмотрим, подождем, потом обязательно обсудим. Тенденцию, к сожалению, не нарушила, тоже булаву потеряла, но ничего страшного, давайте на этом сойдем. Вы знаете, я поймала себя на мысли в том, что, несмотря на то, что были допущены гимнастами ошибки, это не испортило впечатление от их выступления, потому что невероятная сложность, невероятная динамика, выразительность, яркость выступления. Вот нет ощущения вот какого-то чего-то недосказанности какой-то. Вот это мне очень нравится. И то, что, учитывая, что это один из немногих и не последний старт, я надеюсь, что уже и в этом сезоне, что еще будут соревнования, мне кажется, что девочки сделают правильные выводы вместе с тренерами, и все будет прекрасно. Флорина Аверина, очень большая оценка, 26,5, если я правильно услышал. Ну а пока небольшая пауза, есть такая самая противоречивая тема — выбор музыки, потому что я, признаюсь,